Стала известна дата встречи Меркель и Трампа. Этот визит станет вторым для канцлера Германии в Вашингтон к Трампу. Предыдущая встреча в Вашингтоне прошла 17 марта 2017 года. Тогда Трамп отказался пожать руку Меркель. Канцлер Германии Ангела Меркель 27 апреля 2018 года встретится в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщила пресс-секретарь немецкого правительства Ульрике Деммер. Федеральный канцлер Ангела Меркель 27 апреля летит в Вашингтон, где проведет беседу с американским президентом Дональдом Трампом, сказала она. По ее словам, лидеры двух стран обсудят вопросы внешнеполитических вызовов, а также в сфере безопасности. Этот визит станет вторым для канцлера Германии в Вашингтон к Трампу. Предыдущая встреча в Вашингтоне прошла 17 марта 2017 года. Тогда Трамп отказался пожать руку Меркель. Недавно Меркель анонсировала трехстороннюю встречу с участием главы Франции Эммануилем Макроном после переговоров с президентом Украины Петром Порошенко. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmi-correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.